Представительница муниципальной спортивной школы имени Али Алиева Милана Дадашева вошла в состав сборной России для участия в первенстве Европы. Стартует турнир сегодня по трем стилям борьбы в столице Македонии. Воспитанницу заслуженного тренера России Касума Насрудинова для участия в Скопье выбрали не случайно. Такое право девушка завоевала в апреле на первенстве России среди юниорок в Перми, где стала победительницей весовой категории до 48 килограммов. В спортивной карьере Миланы участие в первенстве Европы станет вторым. На аналогичных соревнованиях прошлого года в Хорватии она стала бронзовым призером. Девушка выйдет на ковер в пятницу, 5 июля.